Субботние бои. Ну. Чё? Чё? Бей. Чё? Все, кто может, и брат, и млад, и сын, отец, каждый бьет товарища. Сильно, но с любовью. Нокдаун, отчитываем. Раз, два, три. Прямой эфир, пацаны. Так что не позорьтесь. Бейтесь достойно. Андрюха, 10 секунд у тебя собраться. Я иду, братан. Стеф, ты с сигарёшкой. Игорёк, тебе нужно сокращать дистанцию, сближаться, сбивать удары. Факермакер, вы здесь вообще чем занимаетесь? Да ты не бедай, только попробуй. О! Сериями, сериями, та-та-тан! Вспоминайте почтальона. Давай, давай, Андрюх. Зачем? Выпрыгнул вперед, руку держи, вот его вторую. Хорошо. Выпрыгнул. Серии, серии! Не просто закидывай. Не надо сильно бить, просто попадай. Кидай просто. Да. Просто кидай. Да. Где боковые? Вот один. Ага. Что только прямые кидаешь? А я хотел парню вам предложить одеть красную резиночку друг дружкой. И в средней дистанции поработать. С резиночкой это безопаснее, конечно. Можно. Друг от друга не убежишь. А если резинка не выдержит? Резиночку одеваем вот так. Ну понял. Ультра тонкая резинка. С тобой? Ага. Боковые, в сторону ты корпусом работай. Не только прыгай туда-сюда, еще и уйти. И корпусом. С линии уходи. Вправо-влево. О, Василенко! Четыре. Давай смотри, как дерутся четыре. Пацаны. Четыре. Что такое? Ты открываешься, Степан. А что ты не работаешь по нему? Как настроение, самочувствие, братва? Бля, я привык то, что выше меня люди, блядь. Уже ниже не было еще одного. Чего нового? Сдиагнули. Зрители, я новую тактику сдиагнули. Не, он руку вывел. Сейчас кто с ним отдыхает? Да, можно отдыхать. Чуть отдышаться. Ну что, резиночку одеваем, на последней дистанции поработаем? Пипец, вообще я последний два раунда не работал, отдыхай. Давай, мешай. Не увози с тем. Что-то у тебя в рот попало, что-то ты говоришь как-то невнятно. Игорек, это вот так вот делали. Это я знаю. Вот, любовь. О. Любовь это когда ты привязан к товарищу. И все, прикинь, так вот работаешь, а? Вообще. Раньше делали так с мухами, да? Там соломинка и что-то нужно было засунуть. Но здесь резина. С резиной-то оно безопасней. И не залетишь. Вот все равно. Без... Оп! А как ты думал? Не только тебе одному нападать. Давай! Борись, зараза! А что делать?
Вот так вот, в метро на улице. Давай, давай, микс файт. Файт микс. А, это брачный союз двух самцов. Весна. Один красноперчаточник. Красноперчаточник. Вот, бей по заднице. Да, это любовь. Вот, пяткой. О, все, что-то белый самец уже не очень охотно лезет в драку. А красный, красный настроен. Потому что он мне кажется... Во-во-во-во, включай. Эй, руки держи выше. Вы сюда что, тренироваться пришли, рыбалов? Давай, давай. Вот она, погубное действие Ливзеи. Давай, давай, давай. Че плохо, гонг не сработает. Игорек, держись. Стоп! Время. Эй. Квалификация. Чудовище. Я бы очка выиграл, Ты очко потерял. Очко, очки и тапочки. Ну что, с резинками? С резинкой поработай. Теперь с резинкой. Вот, дядь Леша присоединился. Как в парилочке вы. Андрюха, вообще, вот. Ну что, работаем, все, начали. Давайте, вон еще фиолетовая, нужно будет сейчас отмотать ее тогда. Нормально, да, Миша? Хотя у меня болевой. Причем, как ты привык, нападать, да? У меня нога металлическая, я больно чувствую. Господа, вы так будете сейчас находиться в средней и близкой дистанции с резиночкой. Поэтому вы не вздумайте друг друга колотить, старайтесь попадать в перчатки. И в печень. Ну и печень, по морде, да. По наглой рыжей морде тоже можно бить. Только по рыжей. Нет, оператора не трогать. Я здесь прямой эфир. Под Алтай. Чего ты? Давай иди. Значит, надругался и с Андрюхой теперь. И все. Поматросил и бросил. С резинкой это не твое, да? Не те ощущения? Не те ощущения. Я ничем не болею. Давай. Готовы? Время. Пошел. Да, легко, легко втыкайте товарищу. А, я не могу все снимать. У меня выбил руку. Нокдаун? Вообще выбил у меня руку в говно. Я даже поднять не могу. Одна пара завершила, вот, вот, вот. Теперь легко, легко, легко. Расслабьте руки, легко двигайтесь, вот. И втыкайте с любовью, товарищи. Сейчас как-то двояко это прозвучало. Легче, легче. Перебивайте, перебивайте друг друга. Вот, вот, вот. Корпус не забывайте, живот. Начинает уходить, значит, корпус бьем. Ну да, это неприятно, когда в локоть попадаешь еще. Игорек, просто сегодня огонь. Ты просто тигр сегодня. Вообще. Опа. На шее не получилось. Все, давай. Повесь. Старый уже стал, 36, из-за этого не боксирую. Все, молодым дорога. Давай, ударь мне в камеру. Ну-ка, ну-ка, давай, жахни. Ну, ну! Ух, бля! О, видишь? Боксируем моментик. Ты меня зовешь или кого? Да, да. Поешь, что с кем? Ты с Стефаном. Да, не бей меня. Давай, давай, легко. Давай, давай, с резиночкой. Мне надо, чтобы ты в дистанции прошел. Ушатал, ушатал батю, ушатай Игорька. Ушатай второго батю. Давай, слышишь, да? Давай. Две минуты работаем. Да. Ну вот, то есть минут. Что такое? Где ваша резинка? А, вы безрезиночные. Корпус работает.
ты открываешь, это я пешком. Вот, два товарища. Легче, легче, легче. На, без суеты. Именно отрабатывайте. Сбивы. Клинч не забывайте, если чувствуете, что сильно вошел. А здесь парни с резинкой. Здесь безопасный. Руку влево докручивай. Да, вот, видишь, другая. Игорек, голову опускай, голову опускай, Игорек. Вот, плечо приподними. Боксируем, боксируем, эй. Минута 30, да, минуты мало. Поехали, поехали. Игорек, да. Игорек, руки подними. Игорь. Передний боковой, покажи. Нормально, давай, давай, еще минута, еще минута. И закончим. Легко, легко, легко. Легко. Вот как 5 минут. Бьются. Вот всего 2.30 будет. Еще. Игорек, сбивай, сбивай руки, сбивай, отвечай. Игорек, давай. Вот, встречай. Боковой. Живот, живот. Вот. Давай, не колдуй. Колдует. Еще. Казах встречает. Пошел. Два в корпус, степа. Чуть-чуть, чуть-чуть. Работаем, дорабатывайте. 15 секунд. Покажите экшен, парни. Эй, по кокишкам не бить. Вот. Время. Рам за мной, я тогда слышал. Вообще, Пам-пам, один раз через руку, блядь. Я один раз ему попал сюда. Блядь, ему не вкупить. Старательно не сильно. Скажите, как? Это был лучший бой за последние 7 минут. Нет, да? Много папа напропускали? Один. Он меня остановил. Один. Да, да. Ты понял, как работает? Давайте с Игорем рубить. Кто? Вы. Стоп. Мы с ним только что рубили. А Мишаня, Стефану? Мы уже рубить. Ну, еще один подошать и попробуем. Андрюха теперь. Побороться. И подошать, и побороться. Ладно, пока завершаем. А физуха будет? Физра? Физра нет. А физуха выйдет? Зуха я потом сделал. Знаешь, Фаина выйдет. Потом штаммы пойдет. Давай без перчаток, казалось. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь зрелищ просят. Говорят, что это уже неинтересно смотреть. А кто просит? Кто приходит? Зрители. А кто там зритель? Ты два человека. Ром! Ром! Подписка. По телефону скинь 500 рублей. Продолжим. Да. Киви кошелек. А хочешь, чтобы голыми драли 600 скинь? Сам с тобой. Забей эту шить. Ох, Игорек интригант. Сразу здесь 20 человек подписались одновременно. Просят. Говорят, на какую карту, говорят, скинуть? Я нормальный, обрезанный будем. Бэм-бэм, пицца. Красавчики. Как ушататься за пол? Спросите его, Александр Никитин. Ты ушатался? Конечно. Че, убивай пусть. Ох уж это лизея. Какашку? Нет, еще попал. Нет, у меня локоть, какашку. Суббота вечерами. Готов? Один начал. Приходите. Локоть попадать, а второй закончил благополучно. Завершаем. Прямой эфир.